Вообще, Малрин большой любитель Бэтрайдера, и он здесь мог бы дать просраться, но это медовая лина, неожиданно, это самая знаменитая магическая медовая лина, видимо. Крипов Чен, вот сейчас Чен себе возьмет, возможно, Гарпию Штормодел, да, тут уже клик, брат, ладно, тут уже он клик с первого уровня. Опозорился, деспак не прокачал, точнее, не успел второй получить и сдох просто. Надо было на линии поставить второй и дополучить. Вот идет Вази, есть крипа, хоп, съел крипа, все, говорит, нормально. Не страшно ему. О, Сларк все-таки забили. Все-таки добили его. Душа в руках. Ну, как говорится, на нету сюда, нет, на топе. Вазя убегает от Сларка и от Чена, однако Ники Кол на хосте здесь приходит, Вази убивает. И на Хеллскрим нападает, и его тоже убивают. Отличная перетяжка от Ники Кула получилась. Нет варда, потому что он не Миги какого-нибудь на руне. То есть это вот вард штормов. В итоге они даже не видели, что Ники Кул берет хосту. Поэтому поздно среагировали. Да, у нас Малрин далее хочет себе тревела купить. Пока что такая история. Рогер стоит в интересном месте. А, ну он хочет руну отжать, сори. Хочет рунку отжать. Да, и у Ван Джея, кстати, нет сайленса, поэтому Рогер заберет руну, это 100% сейчас просто застанет. Бэм! Заберет руну, еще ебало может побить. Он делает просто телепорт. По итогу Нимига забирает две руны, Ван Джей опозорился, потому что не прокачал Ancient Seal в один. Хотя даже если бы прокачал, не факт, чтобы перекликал этого Рогера. Так, очередную хилку юзает у нас Сларк. Бедного Сларка затюкали совсем на линии, но, по крайней мере, он особо не умирает, в отличие от Гер-Гер-Геролета, который погиб снизу. 5-1 ведут Шторм, ребят. Опять Санлейка собрал каких-то непонятных людей и показывает с ними неплохую игру, неплохую доту. Вот этого у Санлейка не забрать, конечно. Опа, выпрыгивает Сларк нормально, здесь уже Ники Кул убивают. Рогера и Ники Кул дальше за Хеллскримом, погоню нет, остановился. Вот что-что, а у Санлейка не заберешь, конечно, навыка собирать каких-то вообще непонятных людей, вообще неясные какие-то миксы, и почти сразу на довольно короткой дистанции показывать с ними хороший результат. То есть вот просто посмотреть на карьеру Санлейка, почему Санлейка был раза 4, наверное, в Нави. Потому что каждый раз все одно и то же. Его звали в Нави, он поднимал состав до определенного уровня. Ну, при нем, по крайней мере, состав поднимался. Потом все шло по пизде, Санлейку кикали. Он собирал другой состав где-то, не в Нави. Поднимал его до неплохого уровня. Санлейку вместе с этим составом брали в Нави. Все шло по пизде. И вот так вот повторяй до бесконечности. Чувак, ты можешь крипа добить на фрифарм, пожалуйста? Но уж лучше Зевса взять, если что. Ну, реально. Вот если так играть, лучше Зевс. Просто лучше. Ой, тентакли! Не попадают по Малрину! Рогера! Пытаются убить, хотя бы Рогера забирают. Доминик Торетто здесь опозорился. Санлейка недоволен. Санлейка недоволен, но Доминик тут же исправляется, кидая свой метеор. Проблемы у Доминика. Санлейка сейвит, даже и не стал пока что ульти узать. У Вази проблемы теперь. Пошел Мистик Флэр по Вази. Вази страдает. Ники Кул делает это с Вазей. Убивает его. Проблемки у Малрина. Малрина здесь убивают... Hand of God, непонятно зачем Санлейка его вообще нажал, по-моему, и так все фуловые у него были. Ну, нажал, что бухтеть-то, правильно? Правильно. И вот оно 9-2, ребят, тем временем 2000 ведут Шторм, что говорит, это плюс по этому поводу 71%. Ова, Ники Кол, ты меня называла, Ники Кол. Пососал Ники Кол, здесь не очень понятно, где он оказался. Санлейка это как ПГГ или скрин? Ну, блин, ребят... При всем уважении к скрину, на всякий случай сообщу, что скрин никогда и не был профессиональным игроком даже. Ну то есть, как бы, он собрал 48 составов, каждый из которых сосал Бибу. То есть там ни разу не было достижений каких-то. О, вот с ПГГ с Санлейкой еще сравнить можно? Или ПГГ с Санлейкой? Потому что в свое когда-то давнишнее доисторическое время, да, ПГГ реально собирал так вот составы, какие-то миксы постоянно, и добивался каких-то результатов на очень краткосрочной перспективе, то есть дистанция, например, дистанция одного турнира, собственно говоря. Но это было настолько давно, и как бы, все чуть ли не в первой доте. Но там хоть какая-то аналогия есть. Скрин это просто чел, это любой из нас, типа, скрин может быть. Ты просто четырех друзей позвал, забился в турнир, отсосал там всем и все. Назвал это, типа, Вася Скват или как угодно.
пососал жопу, типа дальше пошел собирать состав. Это я не считаю это достижением великим. Падает метеор на Виолетта. Виолетт пытается выйти отсюда. Hand of God пошел. Петушка проблем, петушок выживает. Малрин. Вот это битва бомжей! Доминик просто в пол дает тентакли свои. Эх, вот бы тентакли не в пол. А вот где-то сейчас так зарядить было бы ярко. Проблема у Кейт. Рядом Ван Джей. Где-то потерялся Чен. Он сверху нападает на Дума. Пенис кидает в него. Выпрыгивает отсюда Сларк. Малрин. Стан в никуда, но погоня за Ван Джеем. Ван Джея проблемы, теперь нападают еще на Кейт. Ой, Сралк, Сралк, что ты будешь делать? Сралк! Погибает Сралк. Ну, Доминик опозорился максимально с Равагой. Дал Равагу просто в пол. Так, Вадя. Ой-ой-ой. Передумал покупать быстрый огоним. Малрин у нас нападает на него тем временем. Да, но насчет МСа вроде он уходит. Хороший стан от Рогера. Можно до разворота, конечно, дать туда было бы ультимейт. Но нет в этом смысла, потому что поддержать все равно этот ультимейт некем. И не получится ни хера. Просто ультимейт будет потрачен. Гергер-гералет. Кстати, Велен с Момом на гирокоптере рассекает. Но это понятно, что задел на сатаник плюс бабочку. Он бьет Рошана, но быстро они Рошана не убивают. По идее, здесь никак, да? И Шторм могут успеть сюда легко. Блин, к Тайду долетает. Но вот то, что Тайд что-то отходил за блинком назад. Не, все равно успевают, по идее. Все равно успевают. Или... Блядь, тютелька в тютельку. Тютелька в тютельку, мэн. Тютелька в тютельку. Тайдуха, братуха, входи! Входи! Кракен-сан! А я Егис ставлю. Виолет, забирай на Егис! Ебучий Доминик, блядь, не смог забрать на Егис просто. Все в стадии стояли 40 лет. Но все равно убили гирокоптера, все страдают, проблемы у Малрин, разворот, стан будет давать сейчас. Пока что Кейт наверху вот выпрыгивает, убивает героя. Доминик с блинка залетел, видели, как красиво? Какая-то там раскрутка пилы пошла непонятная. И Рогер пытается дать отсюда телепорт, вроде получается, но драку выигрывают Шторм. Прямо в салат выигрывают драку, это... Аганим, есть диффузал, ПТ-шка, Мидас, много. Сларк богатый. Сларк попадает на Виоленту, Виолент проблемы. Сларк просто собирается засолить рака. Засолить рака собирается и не получается засолить рака. Чутка не хватает. Рогер закидывает бразду, проблемы у Малрина. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зато Каю купил. Мое почтение, бро. Мое почтение. Да не, ладно, короче, очередной чел, который ничего не понимает, что происходит. Очередной человек, который не понимает, что происходит, отвечаю на эти линии керри. Просто стандартный закуп травала БКБ, Мейлшторм. Дерешься с ручки, выфармливаешь себе шарт, потом агоним. Дерешься с ручки и с ножки после этого одновременно. Но как он тут без БКБ собрался играть? Накупил дерьма какого-то себе. Так, завази погоня от Кейт. Хекс уже, хекс у кого-то! А у кого хекс-то? А, у Ники Кула хекс. Нихера себе быстрый хекс какой на Тимбере получается. Кто пиздел на Ники Кула? Рогер стоит под вардом. Другой вард поставил. Хороший поля. О, этот Ревидж здесь. Почему-то все бьют Думу, у которого БКБ. Хотя рядом была Лина без БКБ. Но это уже их дело. В итоге получается вроде как и хороший Ревидж, а вроде как и бесполезный довольно-таки получился. Олхил пошел. Ники Кул вперед, может быть. Да, нет, не знаю. Да, нет, походу, не знаю. Ну, как-то очень, ну, как-то, ну, ебать, не уверенно. Ебать, они не уверены, что-то мнутся, трутся, боятся подойти, познакомиться. Да подойди, познакомься, ничего страшного не будет с тобой, блядь. Вот, Виолет, зашел, познакомился, ну, и чё? Что такого? Ну, да. Ну, обтекаешь теперь весь в говне на фонтане. Ничего страшного-то не случилось. Это всего лишь игра компьютерная, что ты... Мальчик, расслабься. Мнются, что-то трутся, блядь. Регенится. Рошан падает. Не успевают сюда ни мига. И надо им срочно бежать, походу, даже отсюда. А Кейт уже идет их искать. Находит Рогера. Прыгает дальше за Виолентом. Получает стан. Успевает нажать кнопочку ультимейта. Нормально. Идет дальше.
Так, танкует, еще кнопочку ультимейта нажимает, какой-то кайдер пошел нереальный, профессиональный, у них какие-то проблемы, а у Сларка-то ультов больше нет, но сейчас Тайдхантер будет врываться, Тайдхантер, давай! Вот оно! Ладно, не так плохо, но на самом деле опять вот что-то долго там, он говорит, непонятно что, но у них такой перефарм, что... И такого ультимейта от Тайдхантера хватает, чтобы выиграть эту драку. Да, Сыр с Аегисом нереально зарешали, собственно говоря. И Сыр, и Аегис Сларк использовал. Аегис выбили, Сыр он потом съел, поэтому он жив. Но... Ну, блин, у них был Сыр и Аегис, ёпта, они забрали Рошана. Не хотите, чтобы у противника решали Сыр и Аегисы в драке? Не давайте им забрать Рошана. Такс. Малрин, за ним здесь погоня от Кейт, будет пытаться он гнаться дальше, видит, будет прыгать, прыгает, дефузал, спрятался, бьет дальше, на, все, закончили упражнение, вот момент подпушивает здесь Санейка и мистер Петушок, золотой гребешок, стан от Рогера, ой, блять. Нормально, сейвит пока, блять, нормально, БКБ нажимаем. Но тебе не очень нормально, просто на халяву БКБ пришлось отдать, чтобы Рогера засейвить. Вот она, Лина, с Аганимом. Ууу, сейчас пойдет дело. И Тайдхантер под лотосом идет вперед, Домбрингер станет пол, прыгает вперед, получает хекс. Ебаный рот, это казино, Сларк, тут же. Реведж, это все еще нет. Ситуация какая-то непонятная абсолютно. Дом есть, реведжа нет. Через 10 секунд будет реведж. БКБшки еще не нажимались. Но верят, долбит нормально. Получает дэмэдж от Ванжея. Получает дэмэдж. Прыгает Ники Кул вперед. Убивает Рогера просто в лесу. Вот это да. Галет, БКБ нажимает. Доминик пока что отходит. Доминик. Ультимейт от Чена. Кайта лютый попер. Но сейчас Доминик скоро будет врываться уже. Рогер после байбека. Сюда. Проблема у него. Вилета нет у него БКБ. Он умирает. Ебаный рот. Что будем делать дальше? Хейлскрип поднимается на гору. Вазя делает телепорт. И будет Хекс. Рядом Доминик. Вазю подвязали, привязали. И убили. А, можно написать ГГ, в принципе, если вы не Мига в этой игре, потому что, честно сказать, не очень понятно. Это еще драка, где Доминик опять ульт не дал. О, ГГ. Я говорю, можно написать ГГ. Но тут понятно уже, что реально не выиграть. Слушайте, ну, на самом деле, не уверен, точнее, неожиданно, ну, по факту, что Шторм... Блин, а вдруг Шторм это команда, которая вклинивается в борьбу за... Ну, вы поняли, за слот, по итогу. Кто знает, кто знает. Это может такое быть, ребят. Чё у нас тут происходит? Темпларочка от Виолента вместе с Рогером на Фениксе, Сларк. И Санейка на инче стоят на легкой линии. А здесь Кейт на Сларке медовый. У нас получается Ники Кул на бабушке. В последнее время бабку в мид перестали брать. Но Ники Кул, видим, берет и играет. Ну поглядим, что из этого получится. Поглядим. Виолент, ты меня называла. Страдает Виолент здесь, неприятно ему что-то. Машет ручки Доминику, Торетто. Ну, семейная у них тут история какая-то происходит настоящая. Ники Кул на миде пока против Разоров стоит. Нормально, в адеквате вроде все. Малрин на медовом Разоре, нет доверия этому герою. Вообще, кстати говоря, медовый Разор, это залупа, по-моему, не? Ну, Сларк, против Сларка Разор плохо работает весьма. Сларк с Ганимом просто выпрыгивает, перепрыгивает все и все. Темпларке я тоже не доверяю, но, знаете, на мой вкус выглядит как будто бы 2-0 просто для штормов. Ну, поглядим, поглядим. Рогер здесь ворвался. Получается убить петушка на ФБ. Не, ладно, у Немиги темфайт неплохой. Это Шейкер Феникс. Этого может быть достаточно для победы в драках по итогу. Но хватит или нет, это вопрос.
узнаем. Так, Кейт у нас здесь. Вроде как фрифармит, да, на миде тоже у Разора все круто. А вот у кого не очень круто, так это у Виолента на линии. Несмотря на ФБшечку, хотя ФБшечку забрал по итогу у нас Рогер. Давайте нетворс сразу включу. Да, тут вот пока что Виолент не доедает на этом коридоре. Темпларка герой вообще, на мой взгляд, оверрейтед максимально. Не знаю. Ее продолжают пикать, а толку от нее немного. Малрин, далековато, опасно. Ну, воровал кучу дэмэджа, конечно. Никикулу надо быть аккуратным максимально сейчас, потому что Малрин может зарядить еще один плазмофилд, дать просто тычку, и, скорее всего, Никикулу умрет. Но Никикулу не подставляется пока что. И вынужден просто пешком идти домой. Якобы пешком, а на самом деле он как хитрец хочет обойти и взять руну, но Малрин... По логике вещей сейчас пойдет, ее заберет. Короче, Никикул позорится здесь, потому что ему проще было до дома дойти. Уже бы дошел до дома, наверное, если бы шел. А так вот сейчас ни одну руну не возьмет по итогу. И как бы в чем смысл было здесь оставаться? Не, он идет на руну, но, блин, Малрин его не пустит туда просто. Да. Да, Никикул делает какую-то полную ебанину. Он бы уже давным-давно бы сбегал до дома, да? Учитывая, что ему курица ехала, ну как бы... Курица, его курица, ему на ход шла. Ну, короче, он еще... Ой, это пиздец. Это вообще, это днина. Я просто, понимаете, это ошибка от чувака вот так вот сыграть. Это если... Ну, вот я иду в мид, да? Не умею я в миде стоять. Я там раз в 3 недели одну игру в миде сыграю, когда на жетонах прокнет. И я вот как-то так вот не рассчитаю всю эту ситуацию и сдохну. Вот, но он-то, блин, мидер профильный. Ну как он может такую ошибку совершать? Ой-ой-ой, на топе 2 героя погибают. И легионка забирает здесь фраги. 2 фрага для Доминика Торетто. Бэм. Вазя. Драка против Кейт. У Кейт проблемы, но в итоге Вази погибает здесь. Санейка забирает себе фраг, хотя как будто бы хотела ставить изначально Ванжею. Но Ванжей-то понимает, что Санейка здесь босс, поэтому лучше ему фраг оставить. Бабка в очередной раз сдохнет. Но Никикул в этой игре это позор, конечно, максимальный позор. Пока что Малрин встречает 2 саппортов, однако Хеллскрим также при нем. Санейка отпивает стик, проблемы у Малрин. Неужели 2 саппорта убьют его просто? Да, и даже Хеллскрим не смог помочь. Он закидывает кусты свои, но Ванжей берет здесь двойное убийство. Это он получает практически 5-й уровень после этого. И воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, этот петушок может навалить импакта в будущем. Вазя, давай! Вазя, давай! Давай! Я ульт хотел, чтобы он дал. Короче, такой чел, от которого ты в 10 метрах от него идешь, ну, от него прям воняет так, что это жесть какая-то. То есть вот такой вот чел идет передо мной. Я как бы иду быстрее, чем он, потому что он как-то еле-еле идет, что-то шатается, блядь, качается. Вот. Я как бы подхожу уже близко к нему, он как бы оборачивается в мою сторону, и в этот момент я начинаю немного дико кекать. Потому что у него по какой-то причине... Ну, а там прям, ну, стереотипный алкаш, который у помойки, вот, типа, спит. Ну, такой вот именно, прям, опущенный какой-то чел. Но у него кепка Virtus.pro, блядь. Сука. Я думал сфоткать, но потом подумал, ну, кринж какой-то, ну, чела просто фоткать, блядь, на улице, он, типа, что забрал. Я думал дать ему денег! Типа, 500 рублей у меня были в кошельке, и сфоткать, задонатить ему, чтобы он себе пошел, купил бутылку водяры как раз-таки, чтобы у меня было отказать. Я потом подумал, что это тоже какой-то кринж, хотя, думаю, он бы вряд ли отказался от такой акции, если бы я предложил. Вот, поэтому я не стал, конечно, но просто, блин, я что-то так прокекал с этого. Где он, блядь, ее взял, серьезно? Так. Воу! Подарочный! Хотя у Доминика проблема, Доминик все-таки погибает. Феникс яйцо ставить не стал. Малрин себя поднимает в ул, Никикул, что он будет делать дальше, яйцо ставится. Кейт выпрыгивает отсюда. Пытается сломать яйцо, но не получилось! Подставляются под это яйцо, Никикул откидывается скиллами, но получилось не здорово. Начало было шикарное, но на развороте 2 героя потеряли.
Ой, дуэль по Рогеру. Рогер, моментальная смерть. Виолент. О! Нет, на топе в этот момент Кейт погиб. Ошибка от Сларка. Ошибка от Сларка. У Санайки, возможно, забомбит жопу от такого. А, 15-12 тем временем. 19-я минутка у нас в игре. Долбят нормально. По Рошану здесь не мига. Рошан быстро погибает, достаточно успеет ли сюда штормы подойти. Ну, вообще успевают, вопрос только, успеют ли они как бы выиграть драку. Здесь, кажется, успевает, умирает Виолент. Санейка зашел в рошпин, ультимейт от Шейкера, какой-то непонятный Доминик врывается, много дэмэджа, проигрывает дуэль Балрину. Что, прыгает сюда Кейт, по очереди просто входит в эту драку штормы. Падает лицо, не попадает лицо, Никикул, Никикул еще пытается Вази убить, не попадает по нему, но Вази все-таки умирает, террорайз пошел в страхе. У нас Сларк умирает тоже, и Ванжей один остался здесь против Хеллскрима. Хеллскрим прячет себя в глимерочек, Ванжей бежит, но Малрин его, скорее всего, найдет. Ванжей... Две 500 денег зарабатывают Немига в этой драке. Очень нездорово сыграли, конечно, по сумме штормы, потому что они просто по очереди влетали в этот замес, по очереди влетали в этот рушпит, и все очень нескоординированно получилось. Еще и Разор выиграл драку, кстати, ну, дуэль выиграл. 28 дэмэджа получил, так на халяву. Не слабо. Все, легион 46, а у Разор 28. Так, Малрин. На кого тут нападают? На мистера Сларка. Ультимейт по Малрину. Малрин проигрывает дуэль. Да, неплохо. Рогер, нет яйца у него. Ванжей на Рогер нападает. Хеллскрима убивают в бэклайне. Бабка прыгает вперед, дает шутган по двоим. И это был момент, на котором Немига проебали эту игру, дорогие друзья. Вы видели момент на ваших экранах, попытались они напасть на Сларка, но Сларк оказался достаточно вертким, чтобы не погибнуть от такой атаки. В итоге он не погиб, а на развороте уже легионка. Не, легион... Ай, если в глаз пальцем тыкнул, найс вообще. Найс мув. А, легионка вообще, конечно, брендед герой, если откровенно говорить. Она просто прыгает, дает дуэль на миллион лет. Притом, да не просто контроль, как какой-нибудь бестмастер стан, хотя там покороче будет стан. А на 25 уровне талант на урон от атак от Шреддера. Что, в принципе, как бы... Ну, типа фикс, да. Вот это прикол. Доминик погибает. Шейкер без ультимейта остается. Рогер с яйцом. Рогер с яйцом. Залетел. Рогер! Позор, блядь. Малрин. Спасают его. Малрин дальше. За Санейкой теперь. Вази! Ты-то куда? Сларк с бэклайна развлекается неплохо. У Вази могут быть проблемы. Этот сел на шейкере, блин. Ёбаный рот! Просто залетает, а тут Сларк. Сларк его должен убить. У Сларка еще есть ультимейт шарда. Вазю добивают. Здесь уже Никикул рядом. Никикул работает. И ул попер. Музыка пошла, Виолет прыгает, ой, как же кайтит бодренько, штормы на самом деле отлично играют, Санейка. Хил юзает, Кейт запрыгивает опять вперед. Скоро будет еще один прыжок уже назад. Улетает отсюда Виолет, съебывается, кидает команду свою на произвол судьбы. О, минус один. Можно легионку, кстати, подождать. Не, шутка, реально, можно легионку подождать, она уже подходит. Дуэльку чтоб дала. Ой, бля, Ладно, Кейт говорит, иди-ка ты в жопу, Доминик, блядь, со своей дуэлью. От меня уже съебываются. Ой, ай. Печенька, куда-то, не туда. Но ульт есть. Ой, ульт есть. У Доминика сейчас будет дуэлянтская способность. Пошло ебалово лютое. Но Доминик побеждает в этом ебале. Выпрыгивает отсюда Кейт. Санейка. Санейка, милый мой, Санейка улетает отсюда. Блин, ребят. Шторм? Я не знаю. Это какой-то баф Санейка. Вот реально. Баф Санейка. Существует какой-то... подозрительный баф Санейка, что бы это ни было, но просто набор из каких-то непонятных абсолютно людей, да? Но почему они играют просто такие боги игры?
Как они кайтят, как они кидают скиллы все. Этот Ники Кул, который позорился просто в Нави, когда играл там на миде, и это был просто какой-то кринж. Почему он так жестко жарит? Эти три тела, я первый раз вообще вижу каждого из них. У них даже нет страниц на Ликвипедии толком, но они скиллы кидают идеально. Что-то друг друга сейвят, друг друга как-то бам-бам-бам, туда-сюда, все вообще четенько. Баф Санейка получили, это почти как баф команды Бейт. У Роджера проблемы, ой, у Роджера серьезные проблемы, он погибает, ребят. У Роджера в принципе проблемы, потому что Немига, судя по всему, отправляются помоечку. Базя тем временем погибает. Доминик, конечно, погиб. Дуэль он там не отдал в очередной раз случаем. Нападение на Малрину. У Малрина нет БКБ. Малрин в ульте поднимает. Это, конечно, поможет ему выжить ненадолго. Но реально ненадолго. Потому что добьют его сейчас, да, добивают его. Погоня еще и за Мирезкой. Тут вроде нечем сбить телепорт, поэтому Мирезка улетает. Но от того не легче. Она-то улетает. Но Сларк набирает стаки. Легионка. И все набирают себе просто жир. От Разора, от Темпларки, честно сказать, не ждешь. Ну, знаешь, победы, что ли. Но лично для меня это два героя помойные достаточно. И мне кажется, что как-то, если просто подумать, вот, наступит определенный лейт-гейм. И у Немиги будет бабка дамажить. Будет дамажить Сларк и, это, Легионка. А тут будет Темпларка и Разор. Ну, типа шейкер. Ну, шейкер ничего дамажить не будет, потому что это вазя на шейкере. Даже 2К чел даст больше импакта, как известно. Или 2000 даст больше импакта. Неважно. В любом случае, вряд ли от него будет много толку, кроме прокаста. Ну, так и вот. Сларк, по-моему, их просто всех один убьет по итогу. Рано или поздно. Не, ну, у Немиги, понятное дело, что у них есть как бы комбинейшены всякие там, то есть... А вот и дуэль по Малрину. Малрин просто гибнет. Стоит яйцо, и его тоже ломает здесь просто Ники Кул. Слил Шреддера, еще забирают здесь гем. Еще убивают Курьера, который мимо пролетал. Разор все еще не купил себе линку. Поэтому он получает эти дуэли без проблем. Двойной ущерб у Кейт тем временем. Ну и вот сейчас шанс у Немиги, ребят. Возможно, последний шанс в этой игре что-то изменить, попробовать. О, блин, а почему все похер на миллиард лотосов? Да не зря. Шейкер влетает! Но пизда. Но пизда, Шейкер влетел, не смог нихуя сделать. Пытаются Малрину убить сквозь БКБ, не получается. Разведка 1 в 1, 2 в 1, падает сюда Ники Кул. Пытаются добить Виолента, Виолента убивают, у Малрина нападают. Санейка улетает кое-как. Санейка. Танцует он, пытается хиллскрим дать тычку, не получается, 3 в 2 размен. Кое-как смог уйти Малрин из этой драки, там на лалах вообще повезло, так скажем. Разменяли Легионку и разменяли Петушка, но все плохо, все очень плохо. Бабка тем более уже получает 20-й левел. То есть действительно не за горами у нас... И 25-й рано или поздно будет, а там ёбка нереальная пойдет. Чё-то сюда бабки пытается хекс купить, да? Ну, такой гибридный билд у бабки тоже получается. То есть я думаю, что дэмэджи арты у него какие-то будут, но после и БКБ там, и хекса, и все подряд. Не, ну, с другой стороны, блин, БКБ, это надо все. Вот хекс уже вызывает вопросы, но, видимо, он считает, что ему не нужен урон. То есть урона и так много... Если вдруг понадобится урон, он его когда-нибудь себе приобретет. Да, взял 3 лотоса, не стал жадничать, еще 3 лотоса для петушка здесь оставили. Но, да, он может себе собрать глейпнир, и затосы все еще молнии там дамажит. И может потом гем кому-то отдать, купить Дейдалус. Опа! Прыгает Доминик, дает ультимейт Виолента, недалековато ли или нормально? Нормально получается, да, Сларк и Тоба. О, Шейкер! Вази, хекс! Хекс от Ники Кула не дает продолжить комбинацию, Вази опозорился, не нажал БКБ! Ой, Вази опозорился, не нажал БКБ, ребятки, если бы он нажал, он бы продолжил бы еще чейнстан, статемы, фиссуры и авось.
Что-то бы и получилось, но БКБ нажато не было, поэтому он получил хекс от Ники Кула, тот самый хекс. И не смог продолжить чейнстан. Ну и просто разбежались все штормы. Однако, даже если бы он продолжил чейнстан, я не уверен, что получилось бы что-то, потому что уже у нас ТПРка мертвая была, Феникс уже без ультимейта был. Ой-ой-ой, Хекс получает Рогер на пролете. Останавливают его, пока что Фрустап, Гриммер умирает, еще одна дуэль. Ой, дуэль Легионки. Надо поднимать КД на дуэль, мне кажется, у Легионки, да? Ну, есть такое ощущение, что вот этот 60-55-50 это too much. То есть Легионка слишком жестко сноуболится, если у нее все хорошо, то что она может раз в 50 секунд давать вот эти дуэли бешеные свои. Ну что, минус 3 тем временем. Прыгает вперед Кейт, пытается кого-то поймать, кого не ловит. Падает очередная сторона, Шейкер пытается как-то задефться. Вазя! Вазя выжирает здесь. Немножечко, самую малость. Да, Егис все еще на Сларке. 2 минуты еще. И Сларк этот так играет, что вообще не дает никому к себе подойти. Он просто прыгает вперед постоянно. Напрягает. Доламывает базу. Не доламывает базу. Дуэль слышу. О, Милфейкс, байбек от него. Доминик пытается уйти. Малрин нажимает рефрешер. Мана есть. Жмет все кнопки, но никого не могут догнать. Боже, никого не могут догнать. Говорю, разор, если он не может догнать никого. Это полная херня. Рогер идет вперед. Куда-то пошел. Яйцо ставит. Яйцо неплохое. Получит или сломает. Дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Умирает бабка. Жалко ее. Вазя тоже гимнет, да, уже Кейт делает, идет и щит на бэклайне, никто не может его остановить, Доминик прыгает вперед, у него нет ультимейта, прыгает Ники Кул вперед, и печеньки ставит героя, байбеки поперли, бабка после байбека погибает, Виолент отбивается, здесь Анейка тоже лупится, как не в себя, в итоге все-таки погибает Ван Джей, так же как и бабка, так же как и Легионка, и вы знаете, Немига каким-то чудом отбивается здесь. Притом бабка после бая погибает. Петлушок после бая. 5000 золота зарабатывать не мига. Отбиваются они и выиграют эту драку. Переоценили себя, очевидно, мужчины из Шторм. Думали, что уже все в их руках, что Сларк сейчас всех убьет. Но Сларк оказался немного с очком, поэтому он убежал просто из драки, хотя у него была Егис. А вся старая команда подохла. И тоже после байбеков умирали люди. Дота плюс, что после этого момента говорит, был 93 на 7, становится 84 на 16. Когда ты последний раз ел гречку? Да недавно, кстати. Гречка вообще пиздатая. Гречка, ребята, это пог. Гречка, да с грибочками, ух, бля. Ух, бля. Тридцать семь минут прошло, поэтому можно, я бы даже сказал, нужно выбивать нейтральные шмотки из лесу. Так, летит курица Феникса, полиция, мужики из Шторм не хотят об эту курицу убивать ее. Хотят зайти аккуратно на рампич и напасть. Виолент, 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 оно! Линка! Наебалово! Шейкер на развороте может влететь, надо уходить. Доминику Торетто, срочно сбегать! Последний заезд. Ники Кул! Прыгает вперед. Малрин нажимает БКВ. Пошел, пошел, пошел за Ники Кулом. Шейкер врывается. Ну и хуйня. От Вази очередная. Да, и там Кейт ломает просто. Виолент не отдает врагу яйцо. Что, гений? Вместо того, чтобы пиздить противника, бьет своих. Нормально. Малрин нажимает БКВ еще одно, потому что у него рефрешер. В это время на БКВ. Хеллскрим против Ван Джея. Драка двух саппортов. С этой стороны Кейт дерется один против всех, пытается убить Вазю, и ведь получается у него убить Вазю, выпрыгивает он, более того. Однако погоня за ним, Малрин, Малрин дерется, Кейт до конца дерется, Кейт пытался выпрыгнуть, но не получается. И он умирает, и у Доминика Торетто тоже будут проблемы сейчас. Почему-то не получает он урона вообще. Блять, где урон-то нахуй? Там, походу, мисы, просто сплошные мисы были от Виолента. Ультра-убийство от Малрина, ребята, это неожиданно какой-то Big Brain камбэк вообще произошел. Ну, вообще, это Big Brain Small Cock непонятный камбэк, ввиду того, что просто мистер чел на Легионке закинул дуэль в Линку. Кто в Глиммер, кто в какой Shadow Blade, там Silver Edge. Кейт идет вперед, на Сларке будет нападать, здесь он, Разорыч.
Ну что, байбеки посмотреть. Вот такая ситуация по байбекам. На разоры нападают. Заблев от бабки. Блюет в потолок куда-то. Шейкер! Влетает в Доминика! Торетто! Доминик Торетто просто погибает. И, между прочим, оказалось, что у него ни сыра, ни агиса, нихуя. И кто пиздел на Вазона? Он сейчас сделал красиво. Кейт идет дальше вперед. Один против всех буквально. Однако много дэмэджа, ебал, трещит. Минус два уже делают. Немига пытаются Санейку взять. Санейк тоже умирает. Санейк умирает. И нападают на Сралку. Сралку-то тоже плохо. Сралка тоже, скорее всего, мертвый здесь. Выйти будет тяжеловато отсюда. Ребята с их сторон окружили. Лазер туда, лазер сюда. Хекс, минус Сларк. Все, пизда, ребят. Залили Котеллу. Залили Котеллу. Ждем. Теперь, когда Ники Кул купит себе дэмэдж, чтобы рапиру доедалус. Рапиру доебалус. Надо бы следующую пачку убить, вот. Виоленту. На следующую пачку убить. Тогда крипы начнут пушиться в сторону уже штормов. И уже на этом можно будет как-то сыграть. Ну, брат, штормы тоже могут отпушить, например, крипами инчи. Так, Хекс получает инча. Опа! Санейка петушары здесь нападает на оранжевый барак. И пока он нападает на него, здесь драка пошла неплохо. Яйцо! Ставится яйцо с аганимом, это минус 2 делает Роджер! Роджер делает минус 2 просто своим мувом этим. Доминик пытается дать дуэль, дает дуэль, провокация, Сларк набирает, дуэль проигрывается, не проигрывается, в Азии хп мало, Доминик дерется как лютый зверь, просто загнутый, жилистый, где бабка вообще, блять, с рапирой терпила, приди, помоги команде, команда дерется, алло, блять, алло, нахуй, а реально, где он на бабке, хеллоу? То есть все, что он сделал, это Морти Маркиса зарядил. Он нажал дешевле, он, походу, даже им не пострелял. Боже, какое очко! Чел, нахуя ты купил рапиру, если ты такое очко? Там пиздалка идет бесконечная, все хуярится. Сларк дерется с Аегисом, как лютый зверь. Там легионка 40 лет танкует. Ты тупо стоишь. Да, это очко лютое, этот Ники Кул, ребят. Нахер он рапи... Просто, если ты такой очкист, нахер ты рапиру покупаешь? Купи два Дейдалуса. Не намного хуже, чем рапира, если что. Зато не боишься, по крайней мере. Так, где бабка, блядь? Хочет меня крипов замутить, смотри. Смотри. Там пока все хуярятся. Верхние казармы сил тьмы атакованы. Так, ну какой-то замес. Резьбон отвлек, нормально. Яйцо ставится, не сломать его. Это яйцо не сломать без Ники Кула. Да, это яйцо не ломается. В этот раз Рогер не делает даблкил. Байбеки, ребят, байбеки у всех, кроме Разора. Куда Разор делал байбек, непонятно. О, огромный шей, блядь. Вазя, не надо. Ребят, Вазя очень большой. Очень большой! Вазя очень большой, а толку от него нахуй нет все равно. Ладно, на самом деле нормально, Доминика почти убивает, но почти не считается. Шок погибает, бабка опять кого-то пострелала, я не могу понять, в кого драка происходит. Яйцо! Ломает Кейт яйцо, умирает Рогер, Кейт дальше пошел, ебейцы где? Ебучий, Ники Кул, блять! Начинает делать дэм, дык, никого не убивать, бля, говорит, я теперь трахаю, пока бы нажимать Вазю, все-таки он убивает, минус два дела, яйца, проблема у Доминика, он гемит. Кейт дерется один против всех, сосут из него дэмэдж, но он готов принять сосалово лицом. Санейка, да, воу. Бист, подгоди, потише, бестяра. Бестяра в итоге наваливает, убивает. Короче, Санейка делает, ребят, в этой драке игре. Не, ну на бабке он очко редкое вообще. Просто редчайшее очко. 6-4 дэмэджа он, конечно, нанес, 6-400, но будем честны. У него как бы дэмэдж 700. И Лил Шеддер это 8 выстрелов по 3 целям.
И еще как бы у него криты. Ну то есть в принципе там как будто бы ты просто 4 тычки сделаешь по 3 целям. Это уже 6000 урона должно быть. А он 2 раза рилшатер нажимал. Где я урон, блять, бабка? Опять съебывает! Да вернись, блин! Все дерутся! Команда бьется до последнего! Куда ты съебал? Ну хотя бы ульт нажми! Хотя бы ульт нажми, блять, пожалуйста, сука. Почему ты просто нихуя не делаешь? Да, выкинь рапиру, бро, реально. Выкинь рапиру, купи Дейдалус, я не знаю. Пиздец. Вот Тараска. Так, бараки страдают. Пошли, пошли, некономиконы, что? Толпа некономиконов нападает. Ой-ой-ой, Кейт напрыгивает на Виолетта, и вот он, Ники Кул! На очке, все, съебался уже, говорит, все, хватит с меня. Ну, ульт нажми хотя бы, пока стоишь, серьезно, бро. Ты же просто стоишь, сморишь, фоткаешь. Хотя бы ультом постреляй, он же тоже много урона наносит. Замедляет там что-то. О! Поехала! Вазя, 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 на! 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 Ники Кол делает! Садится на яйцо лицом! Что? Каким образом они всех убивают? Там нет байбеков! Там нет байбеков! Они просто уперлись в этот трон! Они уперлись в этот трон всей командой, и все сдохли! Как это вообще случилось? Господи, что в этой игре вообще происходит? А где крипы? Крипы в таверне. Это просто эпик. И вот бабка наконец-то разрядилась нормально ультим лилшредером-то. Вот он урон. Вот какой должен быть. Не 2000, не 5, не 6. Вот урон. Потому что реально, если бабка лилшредером дает по 3 героям... Ну, так примерно и будет, там каждая тычка, блядь, по 700. То есть, один выстрел с лишендером, типа 2000 дэмэджа примерно. А их 8, я напоминаю. Дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык! Минус трон. Моментально. И это, дорогие друзья. Гага. Шторм побеждают. Забавно, что чел с ником Ван Джей, который победил и прошел, написал Gale Next. Обычно Gale Next пишут те, кто проиграли. Ну, типа, удачи далее тем, кому победили. А он победил.